Ну вот, продолжаю осматривать все, что у нас по Тереевке есть. Ну, я имею в виду то, что принадлежит к лагерю. Вот лагерь, наши дома там. Вот это непосредственно лагерь сам. Ну, так-то вроде бы, слава богу, все хорошо. Кое-что, конечно, где-то забор повалился. Но это каждый год приходится подделывать, делать все. Тут еще вон целая куча снега. Это еще подтаяло уже сколько. А сколько было больше-то его здесь. Музей-комплекс для бедных лагерей. Вот так вот. Там тоже сколько бугры какие снега. Это я уже тут поставил бутылки под березовый сок. Братья тут в околке разные ездят. Березовый, а зачем, когда тут рядышком у нас есть. Если будет хорошо набегать, да здесь и буду набирать. Плохо, да, когда в другом месте буду искать. Ну вот так вот. Туалет завалился, женский один. Совсем уже. Вот второй женский. Этот еще стоит. Пока. Везде нужны руки прилагать. Вот уже зеленая травка даже вон виднеется. Думаю, дождь шел, да. Солнышко выглядывало. Трава уже полезла. Это мужские два туалета у нас. Ну вот. Вот столько снега еще пока здесь. Вот и здесь птички радуются жизни. Даже не знаю, это не воробей. Какой-то желтый. Желтая грудка у него. Непонятно, кто это. Вон там-то воробьи сидят. Вон они на ветках. Как я не знаю, как называется. Ну, вот так вот. У нас дело стоит здесь. Лагерь. Бывшего лагеря. Ну, что-то гнездо тут. Похоже на сорочинное. Как попало, накиданы ветки. Кресты наши стоят. Напоминая о любви Божией. О широте, долготе. Что Господь наш Иисус Христос раскинул руки и призывает всех ко спасению. Говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные. И я успокою вас. Вон, птички уже тоже на крест сели, сидят. Удобное место для обзора. Ну вот так вот. Слава Богу за все. Аллилуйя.